Весь мир считает, что динозавры вымерли 65 миллионов лет назад. Шымкент опровергает эту теорию. И сегодня мы с вами окунемся в мир юрского периода. В Музее изобразительного искусства проходит необычная выставка. Из России в Шымкент привезли динозавров. Не живых, конечно, но все равно впечатляющих роботов-динозавров. Мне было очень интересно посмотреть на динозавров вживую, вот так вот близко, потому что не было такой возможности раньше никогда. И вот когда я увидела в интернете вывеску, что у нас динозавры есть, пришла посмотреть. Ну, впечатлило. Они двигаются. Они страшные вблизи. Прогуляться среди давно вымерших обитателей Земли интересно не только детям. Благодаря спецэффектам и механическим разработкам страшно интересно будет всем. Эта выставка познавательная в первую очередь для того, чтобы расширить кругозор детей маленьких, не только детей, но и молодежи. Так как и молодежь в детстве, наверное, я думаю, мечтала посмотреть динозавров, да? Вот, наконец-то осуществилась эта мечта. Можно сфоткаться, сфотографироваться, в Инстаграм поставить свое фото, получить много, миллион лайков. Всего в экспозиции на выставке представлены 13 роботов-динозавров, которые двигаются, дышат и даже рычат. Посмотреть на чудо техники и окунуться в мир юрского периода любой желающий может до 30 марта.